Поисковые отряды существуют достаточно давно, с конца 80-х годов в Владимирской области. В последующем для объединения усилий, чтобы не разрозненно выезжать в экспедиции, а вместе, мы объединились в наше объединение «Часовые памяти». В этом объединении мы консолидируем все силы и создаем все условия для того, чтобы как можно больше экспедиций сделать в течение года. Это ведь наша главная задача – выехать в экспедицию и сохранить память о тех солдатах, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Поиск не заканчивается только работой в поле, это и работа дома, когда мы ищем родственников, начинаем через интернет, через различные сети, через знакомства, искать варианты найти родственников. Владимирская область – это тыловой регион, но при этом в нашем тыловом регионе падали самолеты. Это позволяет в Владимирской области вывозить больше детей. И на местах падения самолетов мы уже не первый год организуем школу поисковика. Мы часто слышим: «Война не закончится, пока не похоронен последний солдат». Фраза, мы слышим ее практически там каждую экспедицию, но при этом мы мечтаем о том, чтобы в какую-то экспедицию мы приехали и не нашли бы ни одного бойца. И не нашли не из-за того, что плохо искали, мы всегда стараемся найти, а из-за того, что мы все сделали, чтобы всех найти. Но эта мысль утопична, но она есть, и мы с этой целью работаем, чтобы все, что можно, все, что у нас, все силы, которые есть, мы могли вложить и найти всех солдат, которые погибли в той страшной войне.